В этом видео Акстар притворяется учителем, который ничего не знает и не умеет, а потом вжарит. Посмотрим на реакцию разочарованных учеников. Всем привет, это Акстар. Я знаю, что вы ждали третью часть с преподавателями, но записать ее чертовски сложно, потому что почти все преподаватели меня узнают. Но я почти это сделал, так что в скором времени выходит третья часть с преподавателями. Получилось очень круто. Ну а сегодня новый пранк, который мне нравится даже больше. Если вам зайдет и вы хотите его продолжения, давайте соберем просто много лайков, чтобы мы просто сами офигели. Ну и с прошлым видео мы попали на первое место в трендах. Это вообще жесть, мы продержались там почти весь день. Давайте попробуем и с этим видео сделать так же. Вот 10 комментариев с прошлого видео. 3 из них получат по 1000 рублей. Ну, а вообще, так, небольшой инсайт. В скором времени будут крутые музыкальные проекты и видео. Так что обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, что вы думаете. Ну, а мы погнали. Новый пранк, супер крутой, как по мне. Он мне очень понравился. Пойдем. Поедем. Где я искал учеников? Не удивлю. На Авито. Я подал много разных объявлений, представлялся чужими именами, ставил чужие фотки, писал, что за 3 дня научу играть что угодно. И даже тогда меня постоянно узнавали. Акстар, это ты что ли? Акстар, это ты? Акстар? Акстар. Акстар? О, Акстар, я тебя знаю. Ты это ведь на Ютубе ролики снимаешь. Акстар! Показывать объявление я не буду, а то мне еще вторую часть возможно снимать. Погнали. Добрый день. Здравствуйте. А на Авито вроде бы не будете? А, на Авито там фотографии моего преподавателя, он сегодня выйти не смог. Он приболел немного. Но ничего страшного, я играю даже лучше. Так что все нормально. То есть и урок выйдет на 200 рублей дешевле. Смотри. Во-первых, по поводу ну я вижу, ты уже правильно все держишь. Так что все хорошо. Ну, у меня какие-то там чуть-чуть навыки есть, конечно. И расскажи о себе, так будет проще, да. Ну, я совсем недавно играю, буквально месяца 2, наверное. Мне только купили гитару у родителей, я даже там особо аккорды еле-еле знаю, вот. И хотелось бы научиться чуть получше, да. Ты в WhatsApp написала ты преподавателю, он мне передал, что ты хочешь научиться играть батарейку. Батарейку, да. Угу. Вот. Я тебе сейчас по поводу сначала расскажу азы, потом сыграю батарейку, ты скажешь. Вот, сыграю тебе, оценишь примерно, вот, ну и начнем с тобой ее разбирать. Хорошо. Смотри, по поводу правой руки, она должна стоять как удобно. Вот, то есть как тебе удобно, вот, шикарно, да. Вот, угу. левая рука, вот, все нормально, то есть все шикарно. Уже все хорошо. Так. С мелодиями вообще знакома? Играла что-нибудь когда-нибудь? Ну, так, ну, как обычно, там, кузнечика, на аккордах что-то просто могу. Понял. Ничего особенного. Кузнечика я тоже умею. Но это сейчас не важно. Батарейка у нас. Сейчас, секунду, я вспомню. Сейчас. Ну, примерно вот так вот. Как тебе? Ну, можно попробовать. Хорошо. Смотри. Давай начнем. Сначала играешь первый лад второй струны. Вот, хорошо. И давай я тебе сейчас сыграю немножко другую версию. Возможно, она тебе понравится побольше. Это версия с использованием такой вот есть, как сказать...
Так, стиль игры называется, ну, он довольно-таки забавно называется фингерчпокинг. Не слышал о таком? Нет, а почему чпокинг? Ну, я, неважно, там есть у него своя история. Потому что играть сложно, задолбаешься. Вот. Поэтому он чпокинг и называется. Так вообще он фингер стайл в оригинале называется, как-то так. Давай я попробую тебе сыграть в нем. Если понравится, можем скинуть, ну, вот, его попробовать. Больше нравится? Блин, ты так круто играешь, да, получше, чем было первый раз. Но мне так не получится, наверное. Ну ничего страшного, попробую научить. Вот, на самом деле, я не настоящий преподаватель, вот. Это, типа, снимаю розыгрыш, вот. Так что деньги за урок я тебе верну. Ладно, хорошо. А батарейку я тебе попробую научить сейчас. Так, смотри. Забыл тебе сказать, гитара все-таки ставится, по идее, должна ставиться на левую ногу. Вот так вот. Это классическая посадка, но она не совсем удобная для обычных. То есть, если ты не хочешь играть что-то классическое, можешь просто ставить на правую ногу. Ну, я так вижу, в принципе, у тебя на самом деле нормально стоит гитара. Вот, обязательно большой палец левой руки не должен выходить за гриф. То есть вот так вот. А если ты играешь так, они у тебя вот так вот двигаются в полной мере. Вот. Так, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Я играю один месяц, ну почти месяц. За это время я успел выучить кузнечика, ну... Ну и... Аккорды вот основные. И все, больше я как бы ничего не умею. Понял тебя. Ну, сейчас я расскажу немножко о себе. В принципе, все основное ты прочитал, наверное, в объявлении. Зовут меня Алексей, да. Можем обращаться на «ты», разговаривать. Вот, я за ним преподаю гитару уже около недели. Вот. Так что, думаю, чего-нибудь смогу научить. Так, смотри, по поводу постановки рук, там, гитары, смотри, самое основное, самый лучший вариант, так меня учили, и так учу я. Берешь гитару, над ногой поднимаешь, давай. Вот так, да? Да, и роняешь, как легла, так и пусть лежит. Вот это ее, естественно, это положение. По поводу правой руки, смотри, правую руку кладешь так вот, она должна болтаться вот так вот, и вот это вот свободное положение, вот так его и занимаешь. Левая рука, как хочешь, честно, вообще нормально будет. Смотри, ты меня просил научить что-нибудь классное, крутое такое вот. Могу тебе предложить что-нибудь зарубежное, ты просил. Что такое? Я могу сыграть, в принципе. Ну, смотри, я... Ага. Я думал, вы мне покажете что-то крутое. И на Авито написано, что вы 9 лет играете. Угу. Ну, могу показать вот это, в принципе. Может, она тебе больше понравится. Ну, не знаю, мне казалось нормально. Ну, ладно.
Как? Это получше? Это получше? Это да. Как это? Как? Я думаю, начнем с чего-то попроще. Сначала выучим с тобой приемы фингер чпокинга. Вот. Вот, смотри. Короче, сначала кик. Это удар. И слэп. Привет, расскажи немножко о себе, как вообще, что, сколько занимаешься, что умеешь? Привет, да вот я в теме, мне 16 лет, я вот гитару недавно купил, хотел научиться что-нибудь играть. Угу, понятно. Вообще еще ничего не умеешь? Ну, там на одной струне могу что-нибудь сыграть. Вот. Ну, не очень, в общем. Угу, понял тебя. Хорошо. Я сейчас расскажу немного. У тебя, вижу, акустика, значит, будем разбирать на акустике. У меня есть еще классика, так что если хочешь какие-нибудь классические произведения, в любой момент можем подключить ее. Вот, смотри. Меня зовут Алексей, мы можем разговаривать на «ты», потому что я не думаю, что я намного тебя старше. Вот. По поводу постановки рук, как тебе удобно, если честно, так и играй. Вот, я, типа, в принципе, сам не очень... ну, я уже преподаю, да, вот, ну, как удобнее, так играть, в общем, да. По поводу произведения, которое мы будем сегодня разбирать. Смотри, ты говорил что-нибудь такое крутое. Я могу тебе предложить Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Оно звучит, в принципе, так, прикольненько. Вот, но прежде чем мы перейдем к ней... Покажи что-нибудь, что ты уже можешь. Как ты зажимаешь аккорды, например? Ну вот я знаю вот аккорд АМ. Есть, и могу что-нибудь сыграть, как Цоя, вот. Ну вот, в принципе. Понял, с Барре дружишь? Ну, так, не очень. Слышал что-то, но не особо умею как-то. Просто для Нирваны, возможно, понадобится, да. Сейчас тебе сыграю, посмотришь. Понравится, разберем. Давай. А то должно быть? Что? Так должно звучать? Да. Ну, это, знаешь, такая... вариация на тему Нирваны, то есть не совсем оригинально, ну, как, просто у меня так получается, поэтому мне даже больше, если честно, так нравится, то есть. Как-то странно звучит. А ты слышал оригинал, да? Да, я слышал. А, вон оно, что. Ну... Давай все-таки попробуем. Может ну, быть, у тебя получится. Смотри, поставь аккорд. Так, потом так вот глушишь. И так несколько раз ударяешь. По глухим струнам. И потом передвигаешь пальцы на одну струну вниз. И играешь то же самое. Да, и получается... И смотри, ну, если тебе не нравится, могу показать другую. Вот, в принципе, может тебе понравится и разберем ее. Давай. Вот. Так что давай я покажу тебе, если понравится, разберем. Thank you.
это получше. Это очень круто. Вот, если хочешь, можем ее. Да. Все, смотри. Ну смотри, во-первых, это был не настоящий урок, я не преподаватель, так что деньги за урок я тебе верну, не переживай. И сейчас позанимаемся с тобой, доучим до конца, так что все будет круто. Ну вот, так, дальше пойдем. О, как же жарко, как я скучаю по России. Да сегодня вообще по кайфу, по России на гелике покатался. Ладно, я обратно полетел на Барвиху, давай, встретимся там, пока. Извините. Да? А куда вы собрались, о чем вы? Сейчас же все закрыто, все границы закрыты, куда вы собрались лететь, ну? А я никуда не лечу. Разве что в бесплатную онлайн-игру Барвиха Мобайл. Там ты можешь разъезжать по самой настоящей России на совершенно разном транспорте. От советских тазов до Ламборгини. Открывать свой большой и малый бизнес. Зарабатывать деньги от 50 тысяч до миллиона. Хоть где-то стать миллионером. Отвоевывать чужой бизнес. Устраивать различные войны мафий. В общем, вообще круто, жесть, я офигеваю. Стоп. А как? Где это все? Так, в моем телефоне. Я могу играть хоть в автобусе, хоть в школе. Хоть в библиотеке. И как же найти эту невероятную игру? Переходи по ссылочке в описании, скачивай игру в два клика на свой смартфон, и по промокоду Акстар получишь 120 тысяч рублей. Какой промокод? Какой канал? Извините. Привет. Да, да. Так, расскажи о себе. Да, привет, привет. Что вообще? Ну, в общем-то, дело такое, меня зовут Ярослав. 27 лет мне, занимаюсь стримами, вот, поэтому хотелось бы скиллуху, так сказать, поднять игры на гитаре, вот, и научиться чему-то более роскошному, нежели просто игры на аккордах, вот, и все. Mm-hmm. Как-то так примерно, вот. Понял. Какие-то, то есть аккорды знаешь? Хочешь именно что-то в фингерстайле? Знаешь, что такое да, фингерстайл? Да, да, да. Ну, это что-то на грифе надо, наверное, играть. Короче, с использованием mm-hmm. всяких приемов. Да, 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 ну что, да, что-то типа этого. Не ангелы, парень, нет, мы не ангелы. Там на пожаре утрачены ранги мы. Нету к таким ни любви, ни доверия. Люди глядят на наличие перьев. Мы не ангелы, парень. Ну как-то так примерно вот. Ну в принципе, хорошо получается, вокал классный. Но только аккордами, да. Мне бы научиться было переходики, там, знаешь, что-то всё. Вот такое вот. Это более... сможем, без проблем. У меня было много учеников, так что все хорошо. Ты, в принципе, значит, прочитал, наверное, по мне на Авито, но я тебе все-таки повторю. Да, да. Преподаю уже несколько лет, вот, поэтому... А учился где-то? Да, закончил музыкальную школу. Ну, понял, понял. Вот. Хорошо, хорошо. Так, смотри, я чему тебя могу научить? Предлагаю, так, по поводу, я вижу, что у тебя все хорошо с посадкой, с постановкой, так что сразу перейдем к приемам, к фингерстайлу, вот к этому всему, к мелодиям. Давай сначала выберем за основу какую-то мелодию, которую мы и будем разбирать. Сейчас я могу тебе придумать... Ну, с чего-нибудь попроще, да, я думаю, начать для начала, а потом слушай, уже... для начала, прям, знаешь, самое основное, с чего начинают все новички, это бумер. Mm-hmm. Вот. Поэтому давай начнем с него. Я тебе его продемонстрирую в фингерстайле. То есть очень многие ученики его играют, и ты уже от этого будешь как бы отталкиваться. Если ты сможешь посложнее, будем уже что-то сложнее. Так. Так, стоп, нет, подожди, а как бы, а где здесь фингерстайл, где есть, я не знаю, какая-то вообще техника в принципе, то есть играть на одной струне, это недолго разобрать просто. Я просто не понимаю, смотри, у тебя стоит цена в 1000 рублей за секунду. Час. Каким образом, за что я тебе плачу вообще? Смотри, давай тогда я тебе другое кое-что сыграю, может быть тебе... Как бы, так. Никуда не годится абсолютно. То есть тут уже посложнее, то есть, возможно, это зацепит. Так. Mm-hmm.
Я про. Нет, я дико извиняюсь, просто, ну, мне, может быть, кажется, или я не знаю, как бы, я, конечно, не профессиональный гитарист, но ты даже по струнам практически не попадаешь. Ну, я не знаю, как бы, чему с тобой я могу, в принципе, вообще научиться и, как бы... Хорошо, ну, в принципе, ну, знаешь, я могу тебе сказать кое-что другое, но если что, если тебе не понравится, я могу вернуть деньги. Не, я бы настоял бы на этом, на самом деле. Ну смотри, могу тебе тогда сыграть наше испанское что-то, может быть. Да, другое дело, конечно, да. Вот. Отлично. Вот это другое дело совсем меня вообще устраивает. Да, на самом деле, это розыгрыш был. Вот. То есть, все эти вещи, то есть, бумер тот же самый. На самом деле, я дико удивлен, что ты вроде бы стример, вроде варишься в этой теме, но не узнал. Я сначала вообще не понял то, что ты начал играть какую-то херню на гитаре. Я думаю, так это же, ну, вообще очень просто. Mm-hmm. Это прям, ну, простецкие вещи настолько. А я дико удивлен, что ты не узнал, и я решил что-то. Прям максимально дурачка изображать. А в чем? А знаешь? Не узнал. А, на Ютубе канал. А, кстати. Ты с Ютубом занимаешься? Да. Да. Слушай, я на самом деле не часто YouTube смотрю, поэтому... Слушай, а то есть ты стримишь, получается, на Твиче? Или... Да, на Твиче стримишь. Ну тогда понятно, на Твиче, то есть на Ютубе не сидишь в целом? Не-не, я на Твиче вот, ну, как бы много кого знаю, а на Ютубе совсем, как бы, поэтому я далек от этого. Ты мне скинь хоть канал, я посмотрю. Хорошо. Вот, тогда ладно, сейчас я тебе 1000 рублей верну, на самом деле. Зачем? Вот, смотри, на самом деле, что ты хочешь получить? Что бы ты хотел сыграть на стриме? Слушай, ну я не знаю. Я не знаю. А... Сложно. Сложно, на самом деле, очень сложно. Вот. Ну, я переборщиком умею играть, между прочим. Так что я вообще пианист просто по образованию изначально, так что поэтому гитара мне сильно... Очень-очень сложно дается, вот. Так. Привет. В общем... И у меня всегда, я всегда беру предоплату до занятия, потому что часто такие случаи, когда просто дети занимаются и потом не оплачивают и просто не отвечают. Поэтому, если не сложно, можешь сейчас перевести? Да, конечно. А номер карты? Я в WhatsApp по номеру телефона можно. А, хорошо. Сейчас. Там пришло? Я отправила. Угу. Так, ну, немножко расскажи о себе, вообще, как, что хочешь занять и какой у тебя уровень. Ну, меня зовут Марина, мне 15 лет, я, ну вот, купила гитару, хотелось бы научиться на ней играть, хоть что-нибудь, ну, просто так, у костра, в компании, может быть. Ну, ты мне вчера говорила, что хочешь Гарри Поттер научиться. Да, я обожаю фильмы про Гарри Поттера, поэтому хотелось бы мелодию оттуда, мне она очень нравится. Понял. Все. На гитаре вообще что-нибудь умеешь или еще пока с нуля? Будем? Я учила играть «Звезду по имени Солнце», ну, аккорды, ну, то есть, как бы так. Не фингерстайл, ну, хорошо, хочешь мелодию. Ну, да. Понял. Так, ну, смотри, я сам гитару купил недавно, ну, в общем, научить точно смогу. Давай, по поводу гитары. Так что можешь как хочешь. Вот. По поводу рук. Смотри, кладешь сюда руку, дальше как удобно. Вот пусть, вот как удобно, так и играешь. То есть, не принципиально. То есть, тут вот можно вот так вот. Можно вот, в общем, как хочешь. По поводу левой руки, то же самое. Но я вот лично вот кладу сюда большой пальчик, вот на гриф. Вот так вот цепляю, и он висит как бы удобненько. Вот. Но можно, это, наверное, может быть неправильно, я не знаю. Но, ну, главное, мелодию научить я тебя точно смогу. Вот. Смотри. Я тебе сейчас сыграю, посмотришь, примерно запоминаешь, что и как. Угу.
вот, нравится? Ну, да, ничего. Нормально. Угу. Попробуем. Так, ну смотри, в принципе, ее достаточно легко будет выучить. Так. А, вроде бы хорошо. Слушай, я сейчас могу еще одну повторить. Гарри Поттера немножко в другом варианте, да. Можем изучить, да. В другом. Если понравится, можем так. Так побольше нравится? Да, очень классно вообще. Ну, вообще, если честно, я тебе 1000 рублей верну за занятие, потому что я не совсем преподаватель настоящий, но Гарри Поттер играть научу, так что деньги верну, и давай позанимаемся. Это вначале это было типа такой прикольчик, розыгрыш. В общем, действительно полезная информация. Я как гитарист, который занимается уже более 8 лет, сам испытывал проблемы со спиной, с осанкой. Это действительно проблема всех гитаристов, ну и тех, кто сидит много за компьютером. В общем, мой хороший друг Влад Ис, кто знает, тот знает, проводит марафон по оздоровлению спины «Царская осанка». Он проходит с 10 по 20 июля, и я попросил рассказать вам об этом. Я сам в нем участвую, потому что это действительно полезно для меня. И если хотите, можете поучаствовать со мной. Стоимость части определяйте сами. Ну, естественно, чем больше пожертвуете, тем больше мотивации, как, то есть, как обычно. Сколько, чем дороже что-то покупаешь, тем больше это ценишь. Лично я задонатил всего лишь 1000 рублей, но я считаю, что для здоровья ничего не жалко. В общем, если хотите классную осанку, спину, участвуйте в марафоне «Царская осанка» от Влад Ис с 10 по 20 июля. Ссылочка в описании. На самом деле полезная и важная вещь на здоровье. Привет, расскажи, пожалуйста, о себе. Вообще, сколько, что мне нужно знать? Сколько, какие у тебя навыки примерно? Что ты умеешь? Какие у тебя, что ты хочешь от наших занятий? Вот. Ну, привет. В общем, навыков у меня почти нет. Я так знаю пару переборщиков всего. Вот купил гитару, ну, подарили мне вот. Я, в общем, хочу научиться какую-нибудь крутую мелодию играть. Крутую мелодию? Ну, что-нибудь такое простое, но крутое. Понял тебя. Смотри, из крутых мелодий. Давай сначала я расскажу о себе. Меня зовут Алексей. Вот. Преподаю гитару уже 3 недели. Но ничего страшного, я не переживай, научу тебя чему хочешь. Вот. Я просто до этого еще играл. Вот решил начать заниматься. Уже есть ученики, им все нравится, в принципе. Так, по поводу постановки басацки. У тебя все отлично, вижу, гитара у тебя лежит нормально. Поставь как-нибудь руки, как ты примерно играешь. Так, смотри. Все правильно. Да, слышу. Так, смотри, из прикольных мелодий. Прям тебе нужно что-то крутое, да? Ну да. И крутое, хотелось, да, я понял. Угу. Сейчас я подумаю. Ну, из крутого могу тебе предложить... Знаешь, что такое? Не знаю, возможно, тебе будет сложненько ее сыграть, но если научиться, будет, ну, тебе будет классно. Смотри. Возможно, сразу не будет получаться, но со временем, я думаю, сможем. Как тебе? Ну, я понял. Ну, для начала пойдет, я думаю. А у вас на Авито написано, что вы 9 лет уже играете. Что-то не совсем похоже. Угу. Ну, так, ну, как-то так получилось. Ну, я новичков учу, так что я думаю, тебе пойдет эта мелодия. Нормально. Вот. Так, все, разбираем ее или хочешь еще что-нибудь другое? Ну, можно ее, я думаю. Ну,
Ну вот, в принципе, я тебе показал, попробуй сыграть. Только медленно, не хорошо. Торопись. 0-3-3-0. Ну, так примерно, да? Ну, да. Также я могу тебе показать немного другую версию, она даже полегче будет. Вот послушай ее, может, тебе больше понравится. Это больше нравится? Ну, да, это побольше нравится, если честно. Вот. А из крутых что еще можно взять? Я не знаю. Snoop Dogg тоже такая крутенькая. В принципе, можешь выбрать что-то из этого. Ну, хорошо, я понял. А что тебе больше нравится, Snoop Dogg или... Snoop Dogg. Snoop Dogg больше. Всё, понял. Тогда смотри. Вот. Теперь поставь на первый лад, на третий лад первой струны. Потом вот так вот. И вот так вот получается. На этом все. Если тебе понравилось это видео, то подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее. Поставь лайк, если будет много лайков, будет следующая часть. На этом все. Это был Акстар. Всем пока. Наконец-то я могу их снять и отдохнуть. А это была отсылка на Тима Мацони, с которым, возможно, точнее, 100% будет следующий видос. Или не следующий, через один, может быть.